привет, друзья и подписчики моего канала! Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Сегодня я получила посылку, я заказ делала и оформляла в интернет-магазине. Очень мне хотелось порадовать своего сына, поэтому я заказала для кроликов кое-какие причиндалы. Вот такая поилка с ниппелем. То есть я так понимаю, что это так называемый, знаете, рукомойник, как в деревнях. Встраивается. Все очень просто. Но я не буду собирать. Мне, честно говоря, приятнее будет, если сын сам там соберет. Но я так для обзора покажу вам. В общем, динь-динь-динь-динь-динь. Рукомойничек. И крючочек, чтобы повесить. Открыл, налил водичку. Очень удобно, красиво и практично. Даже ключик прилагается. Значит, таких поилок я взяла на все клеточки. Сейчас покажу, что еще заказала. Заказала я вот такую бункерную кормушку. Ой, извините, не той стороной держу. Вот такую бункерную кормушечку. Вот с такой крышечкой. Насыпаем, кормим кроликов. Я взяла таких кормушек две. У нас уже одна есть. Ну, в общем, я разные модификации просто пробую, чтобы понять, какая поудобнее. Жестяные такие штучки. Ну, очень удобно, конечно. Взяла я еще соски, прокладки дополнительные. Вот такие штучки, если вдруг сломаются. Просто я пользуюсь всякими ведрами, которые выпаивают телят, козлят. И нужны обязательно, на всякий случай, должны быть запасные варианты. Честно говоря, у меня вышли из строя, вот за все это время, вышли из строя только вот эти прокладки. Я ими пользуюсь 3 года. Они растянулись, стало капать. Вот. Это все я взяла на всякий случай. Сейчас у меня все это в работе нормально, в принципе, все справляется. Вот такая посылочка. Ну, а сейчас мы пойдем с вами и с моим любимым сыном, кролиководом молодым, вот это все демонтировать. Вот такая красота. Как раз и кролик тут. Привет, друзья! Пошли к живым кроликам. Ой, какая красота! Мы тут расселили малышню. Просто пока расселили от мамки. То есть теперь молодняк отдельно. Всем жарко, бедняги. Да, жара никого не щадит. Ой, такие пушистенькие в этот раз. Те у нас не были такими пушистенькими. Так, ну что? Кому ты будешь ставить кормушки? Маленьким или большим? У тебя здесь еще самочка от прошлого акрола. Можно ей, наверное, поставить. Она все-таки большая. И это будущая мамка. Хотите посмотреть, дорогие зрители, на наш прикол? Видите, что здесь написано? Здесь живет ежик. Но он уже не живет. Мы его отпустили. Он у нас буквально сутки пожил там. Детишки его принесли. Вот водичку ему там, молочко поставили. Но, честно говоря, мне кажется, ему было не очень хорошо, ежику. И мы его выпустили. Вот. Вот тут у нас крольчиха наша, мамаша основная, так скажем, первая наша производительница кроликов. Вот живет. У нее вот такая вот поилочка. Видите, тоже ниппель. Вот она его сосет, пьет. Не знаю, удобно. Нет, наверное, удобно в бутылочке. И вот такая же кормушка. Тоже открыл, закрыл. И там она кушает. Тоже называется бункерная кормушка. Но те, которые я вот сейчас заказала в интернет-магазине, они такие поинтереснее, мне кажется. Ну, сейчас посмотрим. Эту я покупала в магазине в Тамбове. И это, а то, значит, по интернету заказала. Так, давайте посмотрим, как остальные кролики себя чувствуют. Ну, остальные кролики вроде ничего, нормально тоже тут. Так, у нас этот кролик-то как... В итоге, что вы решили с ним делать? На откорм его оставлять или на обмен? Или вообще не на обмен? Или мы его ветврачу нашему отдаем? На развод, да? Вроде ветврачу. Ветврачу, да. Яков Степанович, приезжайте, забирайте своего кролика. Так, ну, действительно, что нам один кролик? Мы лучше других съедим, которые еще только подрастают. Самец, кстати, у нас уже покрыл 3-й раз крольчиху. Когда это было? Он только 2-й раз. А, да, ну, 2-й раз, но крольчиха-то уже 3-й раз. 7-го. Это теперь когда она окотится, окролится? Ты не хочешь сюда, в уголочек вот так? А как? Ну, как, как? Так вот, не, прям в серединку. Отогнуть немножко, в серединочку. Не хочешь? Попробуй. Когда она теперь окотится? Ближе к 10 июля. 10 июля. Ой, лежит-то, ой, развалился, жарко. Ой, как всем жарко, душно. Ну хорошо, хоть и на улице теперь.
обдуваются все равно немножко ветерком. Ну все, клетку укомплектовали. По-моему, все довольны. Спасибо всем моим зрителям и подписчикам за лайки, за просмотры. Очень жду ваши комментарии на эту тему крольчачью, потому что многие из вас просят снимать это видео, и я ради вас стараюсь. Нет, ну, конечно, я еще очень стараюсь ради своего сына, чтобы поддержать его увлечение. Мне очень нравится, что он увлекся кроликами, и что у него так все достаточно неплохо получается. Будем его поддерживать всячески. Ну и до новых встреч, дорогие друзья. Всем пока!